Ломается все, что деревянное, да? Да, оно само начнется, типа так. Я не помню, это реактор или что, на что это похоже. Вообще, типа. Наверное, я. Что делать, когда последняя надежда мыши угасает? Русскоязычная. Ну, русскоязычный. Это тебе предстоит узнать. Мы в этом чертуете. Наша последняя надежда отправилась в путь по морю, так, мне нужен мой пытаясь меч. Найти способ покончить с чудовищами, которые охотятся на нас уже много поколений. Способ был найден. Или так нам казалось. Когда вот дракон сам взмыл в небеса, словно феникс. Охваченный пламенем агонии. Но наш герой так и не вернулся домой. Вместо него пришла буря. Чудовище. И непреодолимый, сковывающий ужас. Тебя ждет трудный путь. Буря окутала драконью башню непроходимой завесы. Пускай сам дракон мертв, но боюсь, из его пепла что-то пробудилось. Тебе придется бороться за каждый шаг. Доберись до башни, узнай, что стало с нашим воином. Сразись с тем, что ждет внутри. Когда последняя надежда угасает, ее место занимает новое. И так будет всегда, пока мы дышим. Ты кто? Так, а как? И вот тут полуобучение, полупрохождение начинается. Я думаю, сейчас на какой-то момент пройти сначала одному, а потом типа вместе можно. Да? Какая-то есть вот эта штука. Да, какое-то вступление есть туда-сюда, а потом после этого уже начинается, да, мультиплеер. Я уже на... Да, это единственное, что я уже на контрол сменил. Я тоже думаю, что за бред. Все остальное вроде нормально. Ну, вот это я поменял сюда. Да, левый я тоже сразу. Ну да, на альт и так же. Короче, я сразу поменял это и еще... Типа прыжок в урок я на кнопку мыши поставил, на боковую. Так, я сейчас бегаю, ищу тут, непонятно кого. Бегаю, ищу, кто мне дал пушку, ну вроде как. Ну это ахилка. Так. Я пока как-то играю на таком чисто улице. Это же за дела плохи. Прыжок и уклонение на одну же кнопку, а на боковую кнопку мышку.
Дашь просто оружие? Да, нужно оружие. Догадалась. Выберите класс! Что? Я понял, погоди. Класс? Кажется, у меня проблема. Блин, ничего себе. Да это прям... Прям... Это... А, и меня тоже убили. Так и задумано. Нормально. У нас гости! Охотник, мастер боя на дальней дистанции. Тут еще есть и класс. Отступник. Я знал, что ты выживешь. Поддержки и боя на средней дистанции. Привет! Эй, тише, тише. Тебе сильно досталось. Ты же не хочешь снова угодить в неприятности? Ага, саппорт, значит, отступник это саппорт. И хилит, и дамажит. Это, как я понимаю, утильщик танка. Утильщик, эксперт по бою на ближней дистанции. Танками я не люблю играть. Охотником. Не знаю, либо отступником. Да, наверное, саппорта выберу. Пойдет. Отступник. Я не знаю, короче. Я Уоллес. Блин, я не знаю. Я хотел увидеться с тобой. Прикольно увидеть. И попросил командира. Командир Форд. Она здесь так, главная. Так, открыт новый талант. Слушай, о, да это командир прям... Командир Форд и мистер Риглер прям, нашли да. тебя снаружи. И занесли... Но они сказали, что Марк не вернется. Он был... Командир сказала зайти к ней, когда проснешься. Ее комната дальше по коридору. Увидимся. Пора, чтобы сменить оружие. Так, талант. Дух. Талант, дух. Катра, стойкость. Очки талантов пока еще нет. Короче, я выбрал отступника. Ты там сама почитаешь, посмотри. Так-так, вы очнулись. Я думала, вам конец. Мы с Риксом едва вытащили вас. Это оружие, а топорик. Я командир Форд. Это моя база. А вы уж, простите, непрошенный гость. И я должна знать, кого я пускаю в блок 13. Мы уже с месяц не встретились. Или вы рассказываете, что там делали. Или... В этой башне уже давно никто не бывал, но туда не добраться в такую погоду. Дело в том, что блок отрезан. Втащив вас, мы были вынуждены завалить ворота. Корни повсюду. Но раз уж вы здесь, у меня есть идея. Вот что я вам скажу. Хотите уйти? Тогда сначала помогите нам. Для начала нам нужно электричество. Реактор отключен из-за бури. Восстановив его, мы сможем открыть другой выход отсюда. Реактор расположен в подвале на нижнем уровне. Туда ведет лестница. Это шанс отплатить нам и получить желаемое. Потому что больше не хочу терять своих людей. Один из наших уже погиб там, внизу. Похоже, корень подбирается к нам. Идите к Риксу. Спросите про свой клинок. Вряд ли вы справитесь с корнями без оружия. Сделайте это для нас. И я помогу вам выбраться.
или нет. Так, это таланты, а это у нас... Чем раньше вернете электричество, тем быстрее выберетесь отсюда. Вот. Ну, есть. Привет! Так, рад, что ты в норме. И где, и добро пожаловать в блок 13. Я постарался тебя подлатать. Что ж, ты крепкий орешек. Я Риглер. Но все зовут меня просто Ригс. Твой меч, он пострадал в бою. С ним я уже ничего не смогу поделать. Когда мы тебя нашли, клинок был расколот. Просто груда металла. Кажется, Эйс говорила, что нашла в городе оружие. А, вот. Может, она с тобой поделится? Говорят, она собиралась проверить реактор. Удачи тебе там. Ты говоришь, что я откуда это могу узнать? Алло. Без электричества мы в большой опасности. Еще и корни поблизости. Иди своей дорогой. Надеюсь, электричество скоро включат. Без него никак. Монстры погнали. Ой-ой-ой. Рад видеть новое лицо. Привет. Реактор за дверью и вниз по лестнице. Давай, держись там. Ой, как я промазал. Что? Чтоб тебя, я чуть... У меня аж душа в пятки ушла. Сюда редко кто заходит. Я Эйс. Эйс Катерил. А ты, да? Что ж, ты у цели. Но это... Так, знаешь, как включить реактор? Ну, эта штука будет чертовски шуметь. К счастью, все, что требуется. Я бы и сама могла, но кто знает. Но раз мы вдвоем... Ладно. Ты идешь наверх и врубаешь реактор. Тебе, наверное, нужно оружие, да? Еще магазин есть. Неплохо. Ну я отступника взял, он типа и хилит, и средняя дистанция. Возьми, если я тебя типа хилить буду, средняя дистанция, не знаю, возьми танка или охотника, типа на дальних местах. Я не знаю. Вернуться к командиру. Оружие ближнего боя по дефолту здесь.
Давай двумя только одинаковыми не играть. Он не будет так выглядеть, как он там показан. Поможет. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Камень, драконье сердце. Пора запускать реактор. Хватит терять время. Ну, прикольно. Очень понадобится. Да, вот, так-то лучше. Ты хорошо сражаешься. Правда хорошо. Не зря Форд тебя прислал. Давай, поспеши к Форду. Заглядывай в мой магазин, ладно? Получишь скидку за доблесть в бою. Улучшение брони, нет? Самый уровень. Хорошо.
Да, было прикольно. Хорошо, что здесь стало посветлее. Прокачал оружие. Мне не нравится, что во время диалогов появляется стрелка. И рискуешь многим ради тех, кого не знаешь. Ах, да. Ты же пытаешься попасть на тот островок, да? Когда слухов мало, они рад... Послушай, мы не так давно знакомы, но я хочу помочь. Сама судьба ведет тебя, понимаешь? Ты... Ну, не волнуйся. Вот, пусть будет у тебя. Немногим удается сохранить доброту в таком мире. Говорят... Это безделица отгонит. Захочешь еще чего-нибудь прикупить для... Ой, здесь свое место. Но этот камень тебе подарок. Бери, потому что... И еще. Эллен, ну, то есть командир, знает про этот остров бо... А... Спроси. Эй, бродяга. Рада, что вам удалось включить реактор. Вижу, Реджи дал вам драконье сердце. Да. Он бы не расстался с таким мощным артефактом без веской причины. Полагаю... Что ж, Реджи хоть и простоват с виду, но редко ошибается в людях. Вы доказали, что вам можно доверять. Взамен... Я хочу помочь. Вряд ли вы долго протянете без помощи. Рикс Хорошо. И Маккейб внизу выдадут вам снаряжение. Затем зайдите. Опять снаряжение. Еще больше снаряжений. Кто ты выбрала? Танка. Танка, понял. А чё, там молот есть, мне нравится. Обожаю молоты. Привет! Форд рассказал о твоей помощи. Только персонаж какой-то не мой. Подготовить тебя к вылазке в город. Мы выбирали голос, в итоге она все равно не моя. Все-таки пригодится. Дай-ка его сюда. Да, он пока что не разговаривает. Так, скоростной пистолет. А че, модификатор только? Ну, пистолетики, да? Ну хорошо. Если это так работает, то... Ну что ж, так лучше. Вот. В общем, возьми. Вещь не самая прочная, но хоть какая-то. Ну, в общем-то. А, вот так. Теперь получше защищает. Хоть и мелочь, а поможет. Боже, я выгляжу как идиот. Мально. Терпи. Запасов у нас, конечно, немного. На добро. Заходи, если Маккейб может помочь тебе усилить снаряжение. Но она не любит. Так это о тебе говорила Форд. Только дармоедов нам не хватало. Сказала, что нужно снарядить тебя для вылазки. Как по мне, это пустая трата ценных ресурсов. Жаль, что командира можно впечатлить убийством пары полудохлых коряк. Раз Форд хочет, чтобы я тратила время на каждого встречного, давай поговорим. Я Маккейб,
инженер, а ты заноза в моей заднице. Я тебе не мелкая лавочница. Я не улучшаю всякий мусор. У нас тут конец света, как бы. Так что есть повод для раздражения. Mm-hmm. Ладно, глянем, что у нас тут. Пока что это все. Неси детали, и я сделаю еще. А теперь проваливай. Меня утомил твой треп. Да-да. Диалоги слушаешь или что? Ну, я, ну, пока что, да, слушаю. Модификаторы вот мне. А, ну да, почитай там, чтобы не пропустить все. Откройте рюкзак. Я не понимаю, куда бежать. Вот она говорит, и что мне типа? Чё, куда вообще? А, вот. Или нет? Я не знаю. Вроде так. Вижу на вас новое снаряжение. Рикс и Маккейб знают. Надеюсь, это поможет вам в пути. Мы пока не можем открыть ворота, но основатель блока 13, мой дед, дал мне этот ключ. Сказал использовать ее только в... Что ж, учитывая, что вы пошли на риск, чтобы помочь, в главном зале внизу есть терминал. Ставьте в него карту. Если повезет, мы включим эту штуку. О, не благодарите. Какой-то, значит, противник у нас корень, да, получается? Это основной враг. Корень. В этой игре. Корень. К этой игре. А, теперь к этой игре можно присоединиться, уведомление. Нагрудник гладиатора, облик дали. Еще есть вариант, да? Боты гладиатора. Ну да, я посмотрю. Новый облик. Покров. Ну, я открыл рюкзак и чё? Сумка выжив, шляпа. Блин, ну вот рюкзак. Что про вот этот рюкзак? Я не понимаю. Шли, нажмите. Мне тут много всего дают, но... О боже, что за камень? Потрясающе, не правда ли? Я читала об этом. В этой сумке полно предметов, которые помогут герою выжить. Этот красный глаз может быть нашим единственным путем во внешний мир. Хотите выбраться отсюда? Да. Это ваш шанс. Прежним командиром был мой дед. Когда корень впервые напал, он собрал людей здесь, в блоке 13.
Он пытался узнать, откуда взялся. А чего они мне написали, что провел много времени в поисках? Прикольного. Однажды. В итоге ни хера. Он не вернулся. Снаружи блока 13 есть комната. Запись. Он мог быть последним. А либо это типа идти получать в магазине. Я знаю, вам и всем остальным было нелегко. Писали, открой эту сумку туда. Но вы справились ради нас. Все у вас будет. Я благодарна. Если захотите вернуться в блок 13. Ну так чё, ну открыл я и... Всё мне. Уже хоть понятно, что это за красный рунический камень. Так, надо запомнить, где кто находит. Таланты. Да. И талант. А как облик настраивать? Да я что-то пока не разобрался. А, Икс, выбрать облик. Так, у нее хилки продаются. Или пойти про апгрейдить оружие, что ли? Или броню про апгрейдить. Давай вместе объединимся. А и как? 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 Давай. Так. Видишь, где-то пригласить. Только для тип игры, только для друзей. Геймплей. Я думаю, надо выйти. Главное меню, допустим. А ты у меня в друзьях в Epic Games есть? Нет. Вот есть присоединиться. Игры друзей. И вот из-за того, что... Нет, из-за того, что ты у меня... Тебя нет в Epic Games. В друзьях. Ну, сейчас с тобой сделаем. Так. Ты уже обучение прошла? Да, я тоже могу присоединиться. Знаешь, что мне от тебя надо? А, погоди. Чтобы я вышел с игры? Нет. Друзья и... Добавить друга. Рекомендации. Вот, я их искал. Улучшить оружие. Лезо есть. А как ты подписан? Ну, я не помню. Да я сейчас выйду и добавлю. Ну, в смысле, какая разница, кто выйдет, то добавит.
Ты скажи, как ты добавил до этого, ну и все. В Epic Games, как ты подписан? Да я не помню. Я не помню. Ну так, блин, открой Epic Games и посмотри. На этом. Ну или ты меня запись остановлю сейчас, чтобы потом не искать, не остановился. Пол меди была. А где смотреть? Короче, ладно, я понял друзья, тебя. Давай ты так. Добавить друга. Да, даже мне. А добавить. Меди 61. Меди 61. Давай, я зашел пока. Добавить. Просто меди 61? Да. Да, вот запрос, друзья, Филидриана отклонить. Жопа. Заходи в игру. Я уже в игре. Я не выходил. Да, ты не выходил? Игры друзей. Поиск игры. У тебя открытая игра для друзей? Ну да. Хочешь, я выйду вообще? Как, кстати, это сделать? А, вот. Выйти в главное меню. Давай. Выйти в главное меню. Так, только для друзей играть есть. Запустить терминал. Высокая. Есть? Сейчас, погоди. Присоединиться, вот. Есть, кстати. Присоединиться. Выйди просто, я зайду в игру, просто в этот в меню присоединиться, ко мне присоединяйся. Я хочу там апгрейд сделать и уже дальше продолжать. Блин, из-за того, что я вышел, сейчас их опять искать. Я не помню. Опять бегать, хуёбиться. Так, здесь сети. Покупка нет, метка. Все, теперь я перезашла в игру, у меня стало отображаться, что у меня в друзьях. До этого я пыталась. Не смогла. А куда закончили? Сюда иди. Работа в команде, ты. Метка. Всё, ты ко мне присоединилась? Да. Работа в команде. Ага, он добежит. Сейчас я апгрейды, он беги ко мне, я апгрейды сделаю. Чё взглянуть на твой... Я не помню запись. Там файл, да. Прикинь, из-за того, что ты его юзаешь, я не могу его поюзать. Конечно. Прикинь, это классно. Вот это вот будем ждать, блин, друг друга. Подвинься. Так, теперь ух, меня обслужи. А, вот эта пушка у него. Интересно, если я стрельну в тебя? А я не могу в тебя стрельнуть. Чёрт.
улучшение, броня, железо. А, это да, есть вариант. Это да. Короче, знаешь, я проапгрейдился. Береги себя. Там. Все, нам начинать. Эй, бродяга. Че там ты? О, ничего себе. Давай побегим. Светлана на себя надела тут. До встречи. Не надо так было жестко создавать тебе персонажа лицо, чтобы тебе эта ракушка закрывала, да? Все, блин, шлем твой непонятно. Давай. Грейтила там, бедолага. Надо выходить. Чё, погнали? Юзать камень? Да, использую. Ожидание остальных игроков. Я даже без понятия, что это. Так, ты танк, да? Получается, перемещение. Так. Убежище основателя, да? Бежим, выживание. Перемещение, да. Я не знаю, что. Два бомжа вместе связались. У нас нормально. Надо было садик ставить. Сложность. Обыскать убежище. Ну все, танку иди. Могу сказать. Погнали. Види, ты танк. Я подхиливать могу, там аура у меня там. Я надеюсь. Понятно. Что за ключ какой-то? Твоя дочь Надин. Ну окей, как говорится. Так, ну здесь что-то уже больше оно. А, вот. Короче, свои какие-то нюансы. Так, ну что, погнали. Все бумажки. Вон получили. Они уже, челики. Берегись, они идут! Ну, что ты сопло. Я одного загрел. Одному на каждого! О, глянь, там что-то есть. Блин, либо обойти надо как-то. Там что-то красное светилось. Ты мою штуку подобрал. Смотри. Идюк. Вон, пойдем. Кто там? Есть за кто-то? Что ты вперед, батьки, в пекло, блядь, следишь? А вон зеленая, что за зеленая? Илья, зеленая. Бегаль стал быстрым, прям вообще кайф. А то он какой-то вообще непонятный был, еле дамажил.
Ну смотри, там наверх можно подняться, там что-то наверху есть. Вот, смотри. И морой там наверху, походу. А, ну, смотри. Открыть, смотри, сколько упало. Бери, бери, бери. Ну, то я знаю, ты ж... Как тебе? Урод! Урод! Все, погнали на улицу. Да, это деваха по мне. Соглашусь. Прикольно, да? Мне нравится, она агрессивная. Фемка. Тебе нравятся фемки? Нет. Да. Мне нравятся сильные женщины. Фемки. А не фемки. Фемки это сосыхливые пиздюхи. О, это тебе надо толкнуть. Давай, давай. Давай еще раз. Не, не, не получается. Ладно. Пошли обходить тогда. Бля, какой-то жесткий тип. Смотри. О, он с базухой? Слышишь? Это какой-то микробот. Не, братишка. Ты на нее нападай, это она там. Ой! Я хилку. Сади там, по нам за, сзади. Сзади, сзади, сзади. Короче, уворачивай. Они... Ну, да, подходи. Да, я возьму. А, так у меня патронов. Подбирай. Боже правый. Что можешь подбирать? Ну тут же, надеюсь, друг другу скидывать можно же, правильно? Вот патроны класть для винтовки, я не могу подобрать. Это прям бомбой. А вот есть патроны на пистолет? Да. А? Да, есть. А, скинь мне патроны на пистолет. А как? А, ну, сумка на И. Так. И попробуй скинуть. А что, я не знаю, тут не показывается количество боеприпасов. Ну, я не знаю, можно скинуть? Расходуемые, нет. Материалы, предметы для заданий. Нет, нельзя скинуть. Ну, есть. Дополнительные параметры. А ну, а если просто вот так вот скинуть, по-дебильному, типа? Как так? Ты заюзал, да? Ну, я случайно. А это я не знаю, что. Ракета какая-то. Короче, я пока без патрона. А что у нас за задание вообще? Где эти задания там смотреть туда-сюда? М? Ну вон у нас на карте какие-то эти. Ну да. Только так. Это портал в люке типа. Как это? Так. Остальных игроков для перемещения, да?
Ты тоже рыжий? Да, я рыжий. И я рыжий. Я рыжий с зелеными глазами, чувак. Контрольная точка. Хорошо. О, восстановились и патроны, все как. Время на отдыха, этой, персонаж пополняет боеприпасы и заряды драконьего сердца. Также, чтобы отдохнуть, патроны точки. На этой дурочке. Все восстановится. Ну все тогда. А че мигает? А, я это мигает. А, это ну, сердце камень? Это мигает. Ну, да, да. Джанктаун. А, мы переместились. Они не слушают. Они слушают. Не слушают. А, кто? Ты откуда? Чего тебе надо? Сделать им больно? Нет, нет, не надо. Я не знаю их. Нет, не хочу, не хочу, не ты хочу. Какой-то больной. Да. Нет, 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 нет. Ничего нету. Я отдыхаю голоса. Голоса. Мили, не могу. Нет. Помочь? Вот эти все коробки, вот так вот разбиваешь. Забыл. Все забыл. Дуб следит, да? Всегда следит. Тысячи глаз. Шепчет, шепчет, шепчет. Нет, ничего не узнал, не видел, не слышал. Не хочу, не заставляй. Не спрашивай. Нет. А, хорош. Босс, да? Попальнул по мне. Похилимся сейчас. Да, это хорошо хилит, да, тема? Угу. Восстановила, ничего себе. А как вообще эти таланты тратить? Вот очки таланта. Сумасшедший. Ну да, тратить, короче. Пальнул, короче, нес херню, потом пальнул по нам. Ну все, видать, нам выходить, да, отсюда. Да? Ну да. Типа это босс был, да, как я понял? Ну, типа просто какой-то, типа, квестовый персонаж. А смотри, вот подняться тут. Ага, ну да. То ж мы опустились, теперь поднимаемся. Подождите, сестры. Ну хилка у меня мощная. Это хорошо, но... Ты, блин, КДВ как высокая. Ты, блин, КДВ как высокая. Этот. Я не знаю. Ну я саппорт, я, короче, средняя дистанция, значит, дальняя дистанция вообще не могу стрелять нормально. Средняя дистанция плюс хил. Такой чисто паладин, блядь, своего рода. Уже резнулись. Пацанчики. Причем в серии... Резнулись все пацанчики. О, я истекаю кровью. А ну-ка. Что я? Он нашу хилку занял. Знаешь, если он что-то вот это выпадает. Как кровотечение останавливается? Ментом. Ой, 245, нормально. Урон. Кровотечение бинтом туда-сюда. Каким бинтом? В
Слушай, ну если что, я тебе просто ауру похилю, когда она откадешься, что ты палишься. Мы там не были сейчас. Да там какая-то у меня херня была в сумке, там написано останавливает кровотечение. А вот бинт останавливает кровотечение. На панель быстрого доступа. Использовать. А, вот. Ярость. Как передавать друг другу? Да у меня есть. Где бинт есть, потому что он всем дает 3 штуки бинта. Просто зачем? Я не знаю, оно ж не постоянное это кровотечение. Если не постоянное, я похилю и все. Типа. Все, я использовала бинт, все. Ну, ебано. Мне, кстати, тоже перепадает от того, что ты что-то поднимаешь. Тебе тоже что-то падает? Угу. А на двоих делится, что ли? Это прикольно, если на двоих. Да, вот мне 2 железа дали. Да, 2 железа я подобрал. Так, это круто, короче. Выгодно. А я думал, я... либо ты у меня, либо я у тебя будем стилить друг друга. Кому нужнее, ну или там скидывать друг другу. Нет, видимо, ну, все видишь. Честно делится, чтоб не скидывать. Слишком честная игра. Да, не дает тебе шанса наколоть никого. На грей, да? Очко таланта. А, кстати, еще дали очко талантов? Я сейчас подобрал очко талантов. Так, зайди в Т, распредели тогда. Тебя, по-моему, тебе надо выносливость прокачивать. Иду, зарядка, медикатор. Блин, да. Как тебе, урод? Тут прокачивать еще, чтоб модификатор, вот эта хилка, она быстрее откатывалась, короче, круто. Я как раз лечение, а то что-то она прям долго-долго. Тихо-тихо. Ой-ой-ой, там походу. Дай, дай, похилю. Стой на месте, подойди. Все есть. Че ты замахиваешься? Там, ладно, поперли дальше. Слышишь, ты ж танк. Не знаю. Все, погоди. Хилка откатится. Блин. У меня, наверное, броня еще плохая. А, ну да, я себе проапгрейдил, типа и броню, там и все. Тебе, походу, надо в здоровье, в броню, вот это все, типа, чисто танк-танк, прям. Если не хочешь в мили бегать, танковать, охотника бы взяла с дальней дистанции херачить всех. У него прям дальняя дистанция, там, пушка. Я бы кинул. Их многовато. Ой, дай я выкину. Не надо. Блин, не знаю. Я ж не писался. Ну ладно. Да надо сделать, чтобы тут... она еще быстрее прям откатывалась.
пушка будет. Тупичок. А тут сумки вообще как забиваются, не забиваются как? Без понятия. Ну, мир здесь такой, посмотри вокруг, короче. Ну такой, да. Пипец ему пришел. Там, наверное, контрольная точка. Да, ты на Q можешь нажать, похилиться. К тому же там у вас на фул похилиться от камня. Плюс там выпить можешь, похилиться, хилки. Там красный ходень, что-то. Он вообще с красным становится патроном.